Ребят, всем здоров! Сегодня будем продолжать проходить Zlon Dark. Так, и наш перс хочет пожрать. Жрать, блядь, нечего. Так, что у нас? Мы, по-моему, здесь все забрали. Так. Насколько я помню, мы починили его херню. Так, отремонтируйте, да, куртку. Так, верните Джереми защитную куртку. Окей. То есть теперь нам нужно идти обратно. Блин, поебало получил, ладно. Так, окей. Берем винтовочку и поперли. Так, туда мы никуда не идем. Ну и, бля, вон там вышка какая-то, которую я раньше сколько раз не играл в игру, я ее не видел. Я опять же не понимаю, то ли это что-то, сука, новое, то ли это что-то, сука, было. Давай, поперли. Ну, я не знаю, сейчас попробуем, конечно, попробуем ее посмотреть вблизи. Сделали даже вот этот подъем, все как бы не так, как оно в выживании в обычном. Все немножечко здесь, ребята, по-другому. Но это не есть плохо, это очень даже хорошо. То есть ты думаешь, что ты знаешь карту наизусть, а выходит, что нет. Выходит, что в любом случае где-то тебя в какой-то ситуации поджидает небольшой нежданчик. На прошлой серии, да, кто смотрел, наверное. Наверное, есть такие люди по алибасу. Так. Подожди, блядь. Так ты прикинь, здесь получается подъем-то сейчас практически... Вот оно. Оказывается, то как все близко сейчас. Прикольненько, прикольненько, но нам надо в ту сторону, и я хочу попробовать, видишь, вообще посмотреть, что там, блядь, за вышка. Карта у нас вот, вот здесь мы сейчас, ну вот здесь мы не похуй ничего. Вот получается где-то вот здесь эта вышка находится. Как-то так. Так, волков вроде ничего нету, поэтому как бы пока что спокойненько можем... А, подожди, а есть у нас кофеек? Чай шиповника не нужен, но нам. Я вот честно, я прям хочу посмотреть, что же это за вышечка. Получается, она нет, она немножечко там. Давай пройдемся. Там он вдали волк. Но он, как я понимаю, нам не представляет никакой угрозы, потому что он далековато пока что. Так, дом Зверолова мы найдем, там как бы уже не проблема. Знаем, как и что здесь, блядь, как ориентироваться. Так, вот эта вышка, видишь? И я хочу посмотреть на нее вблизи. Так, вот он, наш замерзший ручей. Да я понимаю, что ты хочешь жрать, но, братан, ты как бы извиняй. Так. Там вряд ли будет подъем, да? Давай посмотрим с этой стороны. Так, этому гору все обошли. Скоро захочется, блядь, захочется есть. Ну, по-любому. Так. Ну, в принципе, тепло. Вроде бы пока не мерзнем. Надо бы пожрать найти, это да. Если бы мы пожрали, нам было бы намного-намного лучше. А у меня сейчас, наверное, погода за окном такая же практически, как и здесь в игре. За исключением того, что у меня ночь. Опачки. Так, ну что, нет, здесь мы вряд ли заберемся, да? Ого! Это точно не та тропа. Попробуем посмотреть с этой стороны. Нет. Значит, все-таки надо искать там. Попробуем, знаете ли, вот тут... Бочком вот так пройтись. Просто, ну серьезно, мне интересно, это для меня, ну как бы это что-то новенькое, и хотелось бы посмотреть это вблизи. Так. Ага, по-моему, я сам себя наебал, здесь я не пройду. Ладно, значит нам сюда. Так. Тихонечко, тихонечко, давай ты мне тут. Ноги, главное, не ломай. Ага. Он так и норовит, походу, знаешь. Такое вот ощущение у меня складывается.
Так, так, так. Вроде бы мы как бы на верном пути. Подожди. Да, мы на верном пути. Вот она, дорога. Тропка эта. Оп, ну давай, бля, выходи уже сюда. Отлично. Сейчас посмотрим, что это у нас за вышечка здесь. Как, слушай, красиво. Ну, действительно, очень-очень-очень красиво. С этой вышки, я так думаю, мы, наверное, даже до зверолова, бляха-муха, разглядим. Очень красивая игра. Вот, серьезно. Изначально я, наоборот, знаешь, так скептически к ней отнесся. Что вот, графон, там, туда-сюда, фуфлыжный. На самом деле, здесь, знаешь, графика как раз-таки такая своеобразная. О, свинина с высоты, висим, заберем, ладно. Камешки, хуямешки. Вот еще что-то, смотри, есть. Искать хранилище. Здесь по-любому что-то должно быть. Альпинистский трос. По-любому мы сейчас, короче, по этому тросу будем спускаться. Опа, вот это уже хорошо. Давай-ка мы глянем. Так, подожди. Верхние же, правильно? 0,5. 0,5. Подожди, а у нас 52, эти 100. А, ну конечно, тогда вот эти, короче, носи. А вот эти, короче, братан, брось. Так, здесь ничего не можешь. Но... носи. Ладно. Вот так, будем потеплее одеты немножечко. Так, теперь что у нас? Похавки. Похавки, ну вот, свинина с фасолью. У нас есть чем открыть, по-моему. Да-да-да, вроде как будто крутит. Ну, это немножечко поедим. Очень мало калорий. Так. Подожди, она, по идее, разрушена же, да? Да, разрушена. Здесь нет ничего. Так, вот сама вышка. Давай посмотрим, может быть, есть что-то вокруг вышечки. Хотя я, блядь, сомневаюсь. Ну, давай, ну, ты, блядь, заберешься сюда, нет? Вот, забираемся. Так, да, нет, не пизды. Ладно. Альпинистский трос у нас есть. Если... так, так, так. Дом зверолова должен быть... о, бля, тихо, тихо, тихо. Где-то там. Где-то вот прям... там. Время день пока, блядь. Давай, чё, валим отсюда. У нас перевес, правда. Я не знаю, может нахуй бросить этот альпинистский трос. Нам не нужен просто-напросто. А его бросить, и мы хотя бы более-менее сможем идти. Да, все, перегруза нет, отлично. Ну, давай спускаемся. Только не сломать бы ногу. Вроде спокойно все. Так. Да, движемся вроде в нужном направлении. Самое главное, да? Так, ну я думаю, туда нам не нужно. И сейчас посмотрим просто, какой здесь спуск. Возможно, просто пойдем уже туда прямо. Нет, не пойдем. Нахуй, мы спустимся нормально. Тут пиздец, я сейчас просто все ноги попереломаю себе. Вот здесь, возможно, мы спустимся. Ох, блядь, тихо-тихо-тихо, Дима, вот оно. Здесь, скорее всего, будет нормально уже. Давай глянем. И... не, я тоже дальше это обойду. Не хочется, не хочется. Так, ага, мы там, видишь, могли спуститься. И, видать, что-то где-то там найти. Ну, тайнички очень часто вот так вот, знаешь, где-то лежат в Лондарке. Это я просто помню. Так. Домики, домики, что-то тут есть? Да нет, тут ни хера. Не, нет, ничего. Ладно. Так, ну все. Мы движемся обратно к зверолову. Так, если я не ошибаюсь. Нам, короче, надо... подожди, мы же нормально идем, в принципе, что если...
Так, вот за ручьем. Нам, короче, до ручья надо. Ручей там, просто до конца ручья, правильно я понимаю? Практически, да, вот до этого и загогулины и поперли. Давай, пока тепло, прям, ну реально тепло, мы даже согреваемся. Вообще, очень хорошо. Так, ну, блять, как-то мы идем, не пойму, правильно? О, домики. Отлично, здесь мы сейчас пожарем. Здесь мы сейчас по-любому найдем жиранину. Так, здесь окей, трупецкий, нету никаких. О, погода. Погода портится еще, вот это уже нехорошо. Когда портится погода, это не есть хорошо. Так, подожди, промахнулся. Так, ну давай, смотрим. Это ничего. О, вот это. Да. Ладно, пусто. Так. Ты... Серьезно. Ты вот сейчас... О, персики. Персики, это хорошо. Сразу кушай. Это хорошо. Сейчас поедим немножечко. А, персики, по-моему, больше жажду утоляют. Ну ничего, тоже нормально. Полка, книга. Ну все, я в принципе больше ничего не вижу. Можно валим отсюда. Сейчас посмотрим по карте. Блять, никуя, да? А, вот наблюдательный пункт, вот оно. Так, ну нам туда. Нам в ту сторону. Сейчас посмотрим, что да как здесь. Погода. Ну, нет, холодно, но не так сильно. Видишь, мы больше устаем. Устаем, опять же, из-за того, что мы носимся, мы бегаем. То есть мы спокойно не ходим. А здесь, насколько я помню, встречается медведь. Это его место обитания. Насколько я помню. А откуда я это помню, по-моему, когда я играл, что-то то ли в карте смотрел, то ли что. Это место, где очень часто можно встретить медведя. Но опять же, это выживание. Так. Нет. Вот это мы возьмем. Вот это мы даже съедим. Наверное, попить надо, потому что... Давай-ка попьем. Водицы хватает, у нас нет. У нас даже водицы мало. Ну, уже, я думаю, париться особо не будем. Нам надо же просто дойти, наконец-то, до нашего зверолова. Я думал, мы, конечно, дойдем быстрее. Но, увы, нет. Как-то махули, увы, да? Так. Сейчас мы, получается, идем... Безымянный... Да, мы вроде сейчас как бы, ну, движемся прям в нужном направлении. Да, но если встретим волчару, кого-то надо будет ввалить его. Потому что он по-любому будет на нас кидаться, а для нас это как бы еще и еда. Ну что, ну давай, блядь. Ну быстрее, ну ты что ж ты такой медленный-то, а? Пока, ну, нормально, смотри, главное не мерзнем. Пусть устаем, но не мерзнем. Надо кофе нам найти. Видишь, когда сваливали от этой бабки, надо было думать. Че взять, че не взять. Я же не думал, что мы уже к ней вообще больше никогда не вернемся. Так. Так, давай, братан, давай. О, опять греемся хорошо. Погода к нам прям, знаешь, так и шепчет. Налей да выпей. Давай, мы практически поднялись. Сейчас мы с этого бугра, скорее всего, уже увидим дом зверолова. Немножко в той стороне, по-моему, будет. А, о, прям к нему идем, отлично.
Видишь, уже немножечко я все-таки ориентируюсь в этой игре, да? Так, еды у него не выпросишься, я думаю. Нет, сейчас надо будет хотя бы натопить снега, попить водицы. Да-да-да. Так. Ну. Опа, все отлично. Отлично. Мы добрались. Так. Так, так. Блять, ну да, блять, пожрать в натуре дал бы нам. Было бы просто прелестно. А, чё я, у меня же грибы ерши, они же тоже мне дают что-то хавку какую-то. А у меня их много прям. Давай-ка, давай-ка, грибы ерши. Вот так, нормально, слушай, точно я еще заточу. Так, ты, короче, пизду тебе пока. А, приготовленные грибы ерши. Давай готовить. Ага, вода, окей, давай воды натопим, наверное, так думаю, ну, литра 4. Давай, 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 братан. Грибов сейчас, получается, наприготавливаем, и будет нормально. Так. Вот это давай теперь. И нормально, сейчас и попьем, получается, и... Да, блять, мозга не сипить мне тут, я сейчас разберусь. 20 градусов, смотри, как тепло, да? С этим пока пиздеть не будем, я думаю. Так, чай рейши. Смотри, да, немножечко он повышает нам даже этот... О, согревание, отлично. Так, давай-ка крафт, крафт, крафт. Блять. Ну... Ну? Ого, отвисло. Отлично. Так, давай-ка приготовленные грибы ерши. А сколько делать? 15 минут делаю. Грибы ерши нам нужны. Вот я нажал на крафт, у меня, короче, игра аж, блядь, зависла. Я аж не понял, что такое, думаю, что, блядь, случилось. Давай-ка еще сделаем. Хоть, ну, как бы чуть-чуть, но они все равно нам восстанавливают. Голод и всю херню. Нам тепло, отлично. Давай еще сделаем. Так, ну давай, сейчас все, что есть, быстренько приготовим и выпьем. И потом уже будем пиздеть с этим. Ну, грибы ешь, готовить. Выпьем их, попьем водицы. Я не знаю, как надолго ли нам хватит этой сытости. Но посмотрим. А нормально, нормально, братан, не этого, не ной, главное, сейчас у нас все будет, сейчас разберемся. И сейчас, наверное, пойдем охотиться на медведя, я так понимаю. Пойдем ему вваливать в пиздюлят. Ну, что ж, давай, ай, давай, хуяч. Давай еще, бля, долго готовит, знаешь, если бы это было как, ну, быстренько, так, бдрык, 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 время вперед просто проматывалось, было бы тоже прикольно. Блядь, разогреть уже, разогревать не надо мне ничего. Так, давай, мы просто херачим чай рейшн. Угу. Я помню тогда грибы рейши вот эти, они меня просто спасли в одинокой топе, когда я начинал только играть. Ну как, когда только одинокая топ появилась, и я вот начал выживать именно с нее. Там эти грибочки, они просто были оттас какие спасительные, блядь. Ну да, что-то видишь, как-то так вот. Я, по-моему, сейчас пизжу мне что-нибудь пожрать, чтобы уже заебал. Ну окей, давай попиздим. Завершено.
Что завершено? А, доверие. Так, палка. Ткань, повязка. Свинина с фасолью, свежая шкура кролика. Дать предметы. Давай, ткань. Доверие плюс 9. Выбрать. Сколько он? 29. Окей. История. А чё, бля, перевод не нужен? В смысле, блядь? Ну? Ну и чё? Так, школа выживания. А кога, понятно. Что, блядь, заебал ты? Так. Ага. История. Давай. Теперь говори о выживании. Что ты хочешь освоить? Школа выживания. Так, рыбалка. Одежду мы освоили. Еще. Школа выживания, съедобные растения. Еще. Ну, давай, охота, чё. Так, что ты можешь мне рассказать про охоту? Задача простая, найти цель, подойти как можно ближе, сделать выстрел и не промахнись. И все. В общем, да, несколько лет практики и набьешь в руку. Окей. У меня нет нескольких лет. Есть просека за теми холмами. Я отмечу ее на карте. Там почти всегда зимуют стадо оленей. Так, застрели одного оленя, принеси мясо сюда, и мы оба будем знать, что ты способен прокормиться в лесу. Хорошо, я сделаю. Так, помни, если ты попал в оленя, но не убил его, придется идти за ним, пока он не свалится мертвым. Ищи кровь на снегу и иди по следу. Так рано или поздно он умрет, и мы оба поедим. Удачи. Готов? Да. Да, пристрелю его. Тогда удачи, возвращайся с добычей в мешке. Ебал ты нахуй, козел конченый. Ладно, давай посмотрим, что нам опять же не нужно. А так вот это. И бы решил нахуй бросить все. Ой, блять, тут у нас что бросить? Бросить. Это пока что пускай все будет. Вот это, я думаю, нам не надо. Так. Подожди, нам далеко вообще отсюда идти-то? А, так нет, но здесь, в принципе, недалеко. Вот как раз таки туда и надо будет. Ладно. Давай мы, знаешь, как сделаем? Мы, наверное, вот это вот бросим. И у нас теперь что? 25 килограмм. Всего-навсего. Это как бы очень даже хорошо. Так, давай-ка мы, наверное... Так, отремонтируем. Ремонт ткань нужна. Блять, и ткань все отдал ему, да? Ладно, хуй с тобой, золотая рыбка. Хотим спать? Хотим спать. Давай спать. Ну, 5 часов. Поспим. Сейчас опять голодный, пиздец, кто будет. Так. И у нас еще ночь. Вообще заебись. Давай, 7 часов. Я не знаю просто, сколько здесь часов будет, блять, длиться ночь это. В принципе, нам здесь вообще, ну, как бы недалеко сходить. Застрелить там оленя. Окей, попей водицы. Блять, а грибы рейша, отвечаю, ну... Ну просто, блять, да давай я спизжу не очень, ну серьезно. Я вам заебал просто. Так. Так, 60 калорий, холодно. Так, пыльная банка с фасолью. А сколько я? Смотри, не написано, сколько, да, будет у меня. Давай съешь это. Было 29, сейчас посмотрим. А, так я же могу здесь посмотреть. О, базару нет, ты прикинь, я могу все сожрать.
И он мне ничего, доверия у нас не падает, короче, это хорошо. Ну, крутяк. Свинина. Нормально. Свинина с фасолью, это которую он хочет, короче. Ну, блядь. Тут сейчас вопрос жизни и смерти, поэтому лучше похаваю я. Ну, одно я тебе дам. Братан, я тебе свинину с фасолью нашел. Смотри, да, конечно. Дать предмет. На, смотри. Свинина с фасолью. Выбрать. Текущая дверь 24. А, все-таки нет, доверие у меня немножечко упало. Надо хер с ним. А упало оно почему? Потому что я ему его же отдал, что ли? Короче, пизду спать опять. Давай 2 часа. Нам надо, блядь, рассвет. Нам нужен рассвет, и сегодня мы еще вот это задание сейчас выполним, я думаю, можно будет заканчивать. Светло, светло. Окей. Взяли ствол и все, съебали. Та-ра-та-та-та. Холодно, блядь. Ладно, не страшно. Так, ну по перегрузу я не переживаю. В принципе, все у нас нормально. Теперь нам просто нужно держать путь туда. Волков вроде ничего. Видно? Видно, все нормально, короче. Давай, поздуй. Я говорю, собирал столько грибов этих. Думал, они ему нужны, оказывается, нет. Была бы бабуля, она бы все забрала. Давай, давай, ну чуть-чуть, блядь. Давай, крутим, беги. Говорю, тут бы кофеек не помешал. Так, пока все тихо. Пока все спокойно. Так. Подожди. Ага, нормально, нормально, вроде правильно. Нам сейчас вот туда прямо надо. Никого нет. Никого нет. Куча дров. Выживание, конечно, сильно отличается от сюжетного режима. Так. А здесь, видишь, по выживанию я, допустим, считаю как, что можно было немножечко его, блядь, не усложнить, а сделать более реалистичным, что ли. Потому что, к примеру, здесь выживание, вот смотри, стоят огромные деревья. У тебя есть топор, но ты их не рубишь. Ну, нелогично. По мне это просто нелогично. Был бы я в такой ситуации, ты да, я бы эти деревья ебашил бы только за здрасте. Я бы делал... О, я, по-моему, зря поднялся сюда. То я буду, по-моему, сейчас сверху. Сверху водопада, по-моему. Да? Да. Так, а, ну вот все нормально. Здесь я сейчас спущусь. Так, давай присядем. Отдохнем. И теперь будем искать стадо оленей. Ну, вон я уже, в принципе, оленей вижу. Не стадо, правда? Восстанавливай. Восстанавливай дыхание. Так. Сейчас посмотрим. Так, здесь что у нас? Кто у нас? Интересно, вообще можно, блядь, не проходить это его ебаное обучение? Так, все, у нас, в принципе, дыхание мы восстановили. Поэтому нам теперь нужно просто подкрасться поближе. Тут же вот есть охотничья, как она, засидка. Нет, я с такого расстояния не попаду. Давай подойдем поближе. Еще ближе. Так.
Так, с этих сторон все нормально. С этих сторон все нормально. Давай, вот он. Главное, чтобы он меня не учуял и не убежал. Потому что я реально, я очень близко к нему подошел. Давай. Пидарас. Ты понимаешь, я его просто-напросто спугнул. Но не совсем. Оп, попал. О, убил сразу. Все нормально. Я не ожидал. Попал я в него хорошо. Так, давай-ка, конечно, мы все с него заберем. Все мясо. Вот так, ну и шкуру заберем, наверное. Сколько нам? 2,5 часа. Собирай. В принципе, нормально. Идти недалеко. Иди недалеко. Все собрали, отлично. Перегруз. Ух, нихера, вот это тума. От нас, по идее, должен быть запах. От нас запах есть, поэтому мы сейчас можем привлекать внимание. Слишком тяжело, да ты это сильно там так уж не наговаривай, нормально. Водички попей. Ну, вот попил, все отлично. А, не, я думал, я сижу. Ну, смотри, даже бежать нет, можно. Туман, вот это немножечко, конечно, не есть хорошо. Но мы сейчас, скорее всего, даже найдем свои следы и пойдем по ним. Просто-напросто. Так, ну своих следов я пока, правда, не наблюдаю. Где-то они должны быть, видимо, здесь. Можно ниже. Так, все, нам главное сейчас не сбиться с пути. Сколько у нас перегруз? 4 килушника, ну нихера себе. 4 килушника, это, конечно, немало, немало. Так, здесь нет ничего. Мясо, мясо, главное, пускай есть. Это нормально. Давай, все, движемся в том направлении. По-любому направление здесь одно, и оно, блядь, правильное. Так. Все правильно идем? Правильно, все, все. Так. Так, так, так. Я не знаю, блядь, но за 2 часа наши следы не могло замести. Ну, короче, в принципе, что нам париться? У нас дом находится недалеко от вот этой гряды, то есть от конца карты. Вот сейчас найти нам этот сугроб большой и перейти через него. Ну, по-моему, вот мы уже подходим к нему. Да, точно, точно, это он. Сейчас спустимся, и там уже как раз таки будет этот дом зверолова. Я не знаю, как, короче, он нас будет кормить. Вот это мясо, которое мы сейчас принесем, либо он просто все его заберет. И, может быть, будет нас потом как бабка так кормить, слушай. Было бы здорово, серьезно. Было бы прям очень-очень здорово. Чтобы я постоянно просто приходил и жрал. Так. Да-да-да. Жрать ты нас конкретно хочешь. Так. Сюда левее. Вот в тумане все равно, даже если местность знакомая, то по-любому будешь немножечко париться. Туман очень сильно дезориентирует. Ну и вот здесь должен быть дом. Да, все отлично. Мы же все-таки нашел. Ну, мы даже согреваемся. Там мы мерзли, пока разделывали тушу. Тут прям согреваемся. И это есть хорошо. Бля, ну давай. Ну что ж ты такой медленный-то, а? Доперся наконец. Бля, как он, подожди, в этой кибитке-то живет? Ага, ты что-то посмотрел, так думаю, ну нихуя себе у него домик. Заходи.
Ну чё, старый пидор. Так, подожди. Давай-ка мы сначала кусок себе приготовим и сожрём. А потом уже будем с ним базарить. Сырой, 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 сырой. Назад. Окей, а где у нас готовое тогда? Еда. Вот она готовая, да? Приготовленная, да. Кушает. 880 калорий, отлично. Хотя этого мало. Свежая оленья шкура на плюс 50. Отлично. 74, видишь? Так. Так, похоже, вокруг загадочного озера полно волков. Так, ага, даже больше, чем обычно. Подскажешь, как мне с ними справиться? Ну, помню, Света держаться от них подальше и стрелять. Так. Ну помимо Света, тогда так. Так, если они подберутся слишком близко. Я знаю, где ты можешь найти старые факелы. Волкам не нравятся громкие звуки. Броси в них факелы, и они убегут. Че тут, блядь, громкие звуки? Спас, ибо. Так, загадочное озеро. Расскажи мне про эту местность. Так, что ты хочешь узнать? Похоже, чем больше я буду знать об этой территории, тем больше у меня шансов выжить. Так, если ты считаешь, что урок краеведения тебе поможет, то ни в чем себе не отказывай, как говорится. Завершено. Так, история. Школы, еще, волки, выход. Ебать. Телефон. Так, я услышал, как звонит телефон в старом охотничьем домике. Поднял трубку, но сигнал все время прерывался. Что ты об этом знаешь? А не, ну такое вполне могло быть. Как это? Старые телефонные линии не зависели от электричества, как нынешние. А вот еще одно из многих доказательств того, что старая инфраструктура была намного лучше новой. Хорошо. Так, я серьезно, сейчас все так взаимосвязано, так завязано друг на друге, как карточный домик. Одна система отказала, все летит. А как думаешь, откуда могли звонить? Старая аналоговая система еще работает, но как настроены сети, я не знаю. Звонить могли откуда угодно, с великого медведя. Так, если узнать, как именно соединяются линии, это, наверное, поможет выяснить. Как это узнать? Так, старые телефонные линии, да никто, небось, и не знает, что они еще работают. Тебе понадобится старая карта телефонных линий. Но я понятия не имею, где ее взять. Где-то, наверное, должны быть архивы. Запомню так. Старое становится новым. Так, подожди, нет, все уже понятно. Так, завершено. Продолжено. Вот история. Так, теперь поговорим о выживании. Блять. В смысле? Так, выживание требуется сосредоточить. Так, продолжим, когда ты справишься со своим текущим. Так я же, блядь, справился. Правда, нет времени. Смотри, у тебя нет выбора, парень. Так, я дошел. Кости не было кровожадного медведя. Поверь мне, Маккензи, ты же хочешь. Слушай, начну твоего потом, так сделаешь. Так, я нихуя не понял. Ник вокруг загадочного озера. Так, подожди. Поместите пальнятину, расположенную в домике Джереми контейнер. Ёпта, 10 килограмм нужно было. А у меня сколько еды килограмм? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Блять, было 10 килограмм ровно. Ёпт твою мать. Ну да ладно, видишь. Окей, ладно, бахнем потом здесь оленечку какого-нибудь. Ничего страшного. Сейчас здесь, наверное, опять сейчас зависнет все. Смотри.
О, не зависло, уж странно даже. Окей. Вот. И получается, нам не хватает просто 8,4. А, не, у нас не было все равно 10 килограмм. То есть надо было еще одного оленя бахнуть. Вот, ну да ладно, ребята, да это уже в следующей серии я, ну, как я его бахну, уже потом отдам мясо, и в следующей серии у нас начнется с чего-то нового. На этом тогда заканчиваем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. На этом все, пока-пока.